В это непростое время Муфтият Республики Дагестан оказывает поддержку не только медработникам и больницам, но и всем нуждающимся людям. Не остался без поддержки и Ахтынский район. Центральная больница религиозные деятели передали лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на общую сумму 300 тысяч рублей. Также врачи получили от благотворительного фонда «Инсан» продуктовые наборы. Вы один из первых, Леша, первенцев, которые Ахтынскому ЦРБ решили помочь. Я вам благодарен очень. Такой священный для наших мусульман, такой тяжелый месяц для нас лично в плане того, что врачи такого тяжелого заболевания. Хочется пожелать всем здоровья. Пусть Аллах примет ваши благие деяния. Пусть воздастся вам всем в обоих мирах. И пусть наш джамаат будет здоров.